Maria Onoprienko. Виктория Анаприенкова. Немножко испугалась. Неожиданная статичная поза подчеркивает гибкость суставов гимнастки. Танец шамана, так называется эта композиция. Я верю вам, что это танец шамана, но вот честно, шаманских движений совершенно не было. Она сделала очень амплитудно, чисто, молодец. Особенно если сравнить с групповыми Белоруссии, где вот это шаманство было налицо. Но надеемся, что спишем это все пока на ее молодость. Ну да, там были танцевальные дорожки, что-то вроде волн. Кстати, волны оцениваются? Нет, они обязаны присутствовать в артистизме. Волны или волнообразные движения тела. То есть получилось, что сейчас звучало совершенно посторонняя музыка. Да, пластика да, не соответствовала да, совсем. Да. Совсем юная еще гимнастка. Готовится выйти на суд зрителей и с вами пожала судей гимнастка из Грузии. 20:05.